Всем мое почтение, друзья. И вот появилась информация 8 января 2022 года, что китайский лидер Си Цзиньпинь направил Татаеву послание со словами поддержки и уверенности в старейшей стабилизации обстановки. Вот как вы считаете, вот это Россия, Китай, не выступают ли на стороне человека, который совершает государственный переворот? Да-да, именно Такаев. Я лично считаю, что Такаев совершает государственный переворот и пытается подмять под себя и назарбаевских сторонников, и тех, кто против Назарбаева и Такаева. Короче говоря, по сути, сейчас в стране совершается государственный переворот, и китайцы, и россияне выступают на стороне этого Такаева. Вот почему, если все нормально в стране, почему работают только государственные сайты, а интернет не включают? Почему? Почему только мы все слышим одну точку зрения, а не слышим точку зрения протестующих или противников Такаева? Почему Такаев их называет террористами? И почему работает интернет только на государственные сайты? Фактически ведут пропаганду татаевскую, а не тех двух сторон, которые там есть. И почему от нас скрывают Назарбаева? И вот что арестовали, а может быть его убили? Как вы считаете? Я лично считаю, что идет просто гражданская война, и Россия выступает на одной из сторон, и также Китай.